Прошедший уикенд губернатор Сергей Морозов провел в Швеции, куда отправился с рабочим визитом. Глава региона провел переговоры с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Швеция Александром Катасовым и представителями посольства. Стороны обсудили возможность привлечения инвестиций в регион, развитие торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и Швецией. По словам губернатора, среди наиболее перспективных направлений работы – технологическое сотрудничество в области переработки бытовых отходов. Швеция – одна из немногих стран, где с успехом работает завод на базе бывшей угольной ТЭС, который позволяет утилизировать отходы, вырабатывать тепловую электроэнергию. Сергей Морозов заявил о своем намерении посетить завод и начать плотное сотрудничество. Мы начали двумя темами заниматься. Первое, вот говорю сейчас с Фиксельбергом, о том, чтобы проработать вопросы, взять шведский опыт и начать утилизировать твердые бытовые отходы для выработки тепла. Второе, мы подписали со шведской компанией Дирига, как значит, да, значит, меморандум о том, чтобы добывать газ из твердых бытовых отходов. Кроме этого, стороны обсудили внедрение современных и энергоэффективных технологий для улучшения качества жизни людей. В ходе визита губернатор Сергей Морозов посетил технопарк информационно-коммуникационных технологий, инжиниринговый хаб и образовательный центр, где базируются около 1500 компаний. Ульяновская делегация, в свою очередь, презентовала комплекс проектов «Технокампус 2.0», «Технологическая долина», «Сантер», а также действующий на территории региона инновационный кластер, в развитии которого опыт Швеции может оказаться весьма полезным. Шведские партнеры высоко оценили опыт региона и выразили готовность к сотрудничеству. Дарья Судрева, новости «Ульяновской правды».